защищать права потребителей. Я являюсь жертвой мошенничества со стороны компании Молчел. Полиция вас обязала рассматривать мое дело. До сих пор я не получил никаких ответов. Казак Иоанн, выходите! Ешит казак Иоанн, шапараздреб, приликон суматорилор! Să iasă cazacul sau șeful lui de la Agenția pentru Protecția Consumatorilor! Казаку Ион, выходите, защищайте права потребителей. Не поддерживайте мошеннические идеи компании Молчел. Ваша обязанность защищать права потребителей Республики Молдова. Да. Казаку Ион, ешицла комворбирия, ку консуматори, пиинка ацкалкат, дрептур или консуматор, лысусценын компания Молчел, ку икскрокирия лора. Полетел не чпляк. БПРО, дирекция полиции муниципиу Кишинел. У меня куча рофар, я ран миссионе. Казаку Ион, выходите. Ион, казаку, ешь афары! Te așteaptă justițiabilii! Казаку Ион, выходите, защищайте права потребителей! Алло? Да, мы ждем, пока мирно ждем, но я не вижу, что кто-то... А когда они приедут? Потому что сейчас какая-то полиция проезжала, но что-то никто не подъехал. Или это не наша полиция была? А со мной я на остров. Ну что, Олег, устата еще ляку и шит, ворбит на телефон, чтоб лекать. Ну, она сказала, что они сказали, что ваш экипаж еще не подъехал. А, ну целец. Посибило шащи? Посибило. А, может быть, это вызвали... Ну, тер оператива. Дем кыто, чем спчунуть эти коней темат, ну? Eu mă duc în într-o leacă. Da, da, acolo nu străci, da? Numai afară spate de făcut protest. Mm-hmm. Haideam să mai sunăm încă o dată. Trecut 15 minute de-am. Sunăm. La 2-1-1? Da. Hai. Că trebuie să-mi pun și eu mască. Я пока красиво говорю, но потом будет хуже. Ай, până ще тебя рекни. Потом рекни, это будет мало. La dreapta, Олег, la dreapta. Мулцелин, я, да. Я очень злой. Мулцелин. И я не оставлю так просто это дело. Дана Десельвич, я вам прибавила, да, спутец из пулицы ясы. Я вам спутал, да. Да, спутец. Спутец мой спутец, когда цену ума права, примени к ее мане, где спарки мол, пынкэн олег брега мацени примени. Ну и ты с ними отбил, да, ты с моей целечки, как я к моему намесу. Ab de atâta ți-a mânat, ca să fie ora mesei, da? Eu n-am mânat. Eu le-am sunat? Da, eu o sunat. Și noi le-am sunat. Și noi le-am sunat. Așteptăm. Eu nici nu mă pot duși nicăieri. Dar puteți încă o dată sunați și să spuneți că... Am un timp cu mesei, nimeni nu răspunde nimeni. Haideam, Oleg, la Molțel. Așa că așteptați. Ну, мы полицию ждем, мы не можем уйти, Олег. А, окей. Вини полиция. Я, если честно сказать, ты меня пока держишь, пока не отцепи меня. Да, я ума не рвешь, я у нас новый. Вини, да. Я ума ндоеск вас сопропить, не вадина. Да, честно, сопропить. Тобто, жима де ора не отратат ку индиференции, пас не тратезе шо луна ку индиференции. Я не знаю, требуется я дуб долвец. Вот с каким скрицем, прямо ничего скрицать нам. Я могу с довец, да ласы ясы, ворбясы, сын ламурясы. Энцелечец кум. Фильм каламини, дежа яр прежде до тории. Да и вам апартамент, потому что я набрался не ей апартаменту в Молчелу.
Колектор. Eu dacă trebuie, eu îl vând ca apartament, dar să știu liniștit că n-ați nie nici statul apartamentul. Că ei nu ne-au dat nie. Înțelegeți care e problema? Eu înțeleg. Problema financiară. Da, eu pe dumneavoastră eu vă înțeleg. Da, pe dânsă nu înțeleg eu. Eu cred că s-a apropie și asta nu vrea. Vedeți, voi credeți, dar noi vrem ca să apropie. Dar voi batincă prebrăslivșiți. Trebuie să fim liniștiți, stau și să așteptăm. Da, da, da. L-au pus plătesc de 4 ori un telefon, de o lună așteaptă răspuns de la agenție și să rămână calm, da? Cum să rămâi calm? Te apucă isteria. A у меня коллектор начисляет проценты. Я должен выплачивать. Если я не выплачиваю, меня увеличивают. Oamenii care au intrat cu printere, cu laptopuri. Asta e lucrează, da? Da, da, da. Noi așteptăm afară, bun? Tu crezi că ea are grijă ta, Oleg? Nu, она не плохая женщина. Да, да, да. Ну, очень классный, не классный. Она лучше, чем этот охранник в прокуратуре. Да, да, да. Мы вызываем по нему. Да, да, что ты на тебе нервез? Ешь нервоз. Олеженька, ну ты же понимаешь, я злюсь, потому что я злюсь. Ты ешь злой. И это очень плохо, потому что в конце будет такой скандал, что мама Драга не пожалеет и не вспомнит. Сейчас я позвоню еще раз в 112. Ne ducem la poliție, la Ministerul de Interne să protestăm dacă nu vine poliția. De atâta timp, de 15 minute. Ia și-a scăju im. Ei, când o să vină, oricum o să te sune, să te întrebi unde ești. Așa că puteți să ne ducem la Molțel, chiar aici, la magazinul Sport, e după colț. Da, pe acolo așa să ne ducem. Хочу узнать, где они находятся, чтобы не получилось, что мы уходим. Да ты крезка диспетчера сейчас, ты и Олег. Диспетчера сейчас стала телефон. Эй, да, и сама. Эй, да, и сама. Ну, кред. Ну, кред. Алло, здравствуйте. Скажите, где наш экипаж? Мы вот вызвали. Уже на пике агрессии. Не знаем. Вот видите, где справедливость? Вот Олег Брега, вот я тебе говорю, где справедливость? Вот ждут, чтобы я подрался, чтобы напал на кого-то. Вот это ждут. И тогда полиция придет и будет делать вид, что она защищает права граждан. А где экипаж? У нее. А? Ну, кому не, кому к эти минуте? К эти минуте я смею. Ну, я ж тептем. Олег, идем пока в Молчал. Пойдем. Покричим немножко там и вернемся сюда. Нас как... Слава мне вас, Тренкодата. На телефон. Пойдем, Олег, до его на уну. Da, da, da. Încoași, încoași. Am uitat, 215 și am luat odată pe 112. La 112 și la... Poliție. La mobil, la poliție, de aici și 211. La Agenție pentru Protecție Consumatorului. Ion Казак. Алло, здравствуйте. Мы вот тут сидим, ждем казаку Ивона, чтобы кто-то спустился и взяли у нас документы. Что нужно давать? Мы не можем понять ничего. Он сказал, что ел не трансмит с Крисаря. Ну и ничего с Крисаря, ну и не ми кламини. Воинца лечит, когда к его ну вет кум ел с ВГС с Крисаря, еще так лапошта ты гол. Им приморен. Шаму ам документу. Кумини не амануа, тет, довец, к его макитат, к нам ничего дотария. Bine, dar noi vrem să vii cineva, să vorbească, să ne lămurească care e problema în care stare că domnul Drog, ea de la poliție ne-a transmis pe mine în 2011, când eu am transmis pe data de 11, el ne-a zis că a fost transmis la domnul Cazacu Ion, 348V, și a zis că în timp de 5 zile trebuie să te sună și te invite la ședință. Nimeni nu m-a sunat, nimeni nu m-a cătat. Domnul Drog, eu a zis, care e polițist, el așa ne-a zis. Și de-am am sunat la concilare, la voie, un coace, când asta ea ne... Și ne-a zis că...
Даешь тил, да ел не отзыска ничинч зили треву. Ну, мади кыц макеми лошадинца. Каша и облигационе отзыск ел не. Окей, до лошадинца аста. Ем винит дежаечку протесту. Жени не отзыска на кудовну, и он нам ворбит пи телефон. Ел не отзыска ел не воскрес, воскресаре у него ругаться и трансмит. Довец. Он залечку? Ел... Нужно дисприкари довец ел пацан за коньяком, прямо ничего скрисали, но не винт. Ел нужно дисприче мерджи ворба. Че довец ядук, ел ламуриц не. Кари довец ел вре. Нужно, что дят это но из тема ищешь свеч не вас, а не ламуряск, а не спуе. Нужно, кум сыфак ел. Да, да, я вам отдаю документы, я не знаю, что не грюс, мать и пласес. Геник, якого лек не ожидаешь, ам винит на укачи. Да не грюс, мать и пласес. Ага. Простите, но я не знаю, что за довец надо. Вы понимаете, мне никто ничего не объяснил, письма не пришло. Обычно есть так ел отзыска скрин, Йохан на Германии амтроид, а пан скрис на трамвине, тот он скрис вине. Да вине кула мурили, к требу садочи всяка есть документа, есть документа, да на мне ничего скрисали на вине. Три сути патрузе чего, пламени язык, и он до умечин с призича, макитат телефону, амлатан датория, ши амплатит патру орь пидынсу. Что ел нам авут бонурли, касы довигес клорка макитат трей орь, да дата аста пи доус, пи унс, дойс призечи зеру чинч февруарий, когда винит, ладын же яро ишит датория. Что ел дзык люба, ну смотри, вот пожалуйста, я все заплатил. Он говорит, ну ты же не имеешь чека. Говорю, нет, я не имею чека. Он говорит, ты не сможешь ничего доказать, это нужно очень много копаться. И на усынгру информация. Дзык, бени, да, я ну уйти, яка я вам лад телефону, есть там кредит, там лад телефону, есть там кредит. Кум путем ел с ем кредит, дела компания молчал. Да, ну и там смакит дотреф. И кальтат, конвенем смакит пендру телефон. Саунг чева, энвене доторили. Адика, энвене к ел сын дотор. Шиду почечи мама китат, люба со уитат фарти атен, шо за солек амула департамент финанчар, ам трансмесу в час крисуаль, цо скос, дям еш курат, ниш ла ум компания, ди молчел, но экзисты анунс китуай датория. Ши я как и нам винит акума нас, я на ладынши яра раты, ладынши кума раты, тк ам трей сути дилей датория. Кын ама китат трей сути дилей, ой шит чин сути, кын чин сути, ама китат ой шит шапти сути. Ин тот тал я ама китат трей ми ши чин сути сау шапти сути дилей, инцележицком, ин тот тал я цин минтик не ожидал до юам, юам мартуль, инцележицком. Йоам мартур, ка йоам макитат, шакума яр ладынши датория есть. Шакума амфос ярку протесту ла молчел, ши ел инстригания, ту же отата тея китат. Сейчас пыка тут трей орень к тебе китат. Да кыти ори ел требу дар смакит. Конечно, ну мау дата ом нормал требу шса кити. Да ну дзэщи оль, да йома китат патру ори. Шам телефоне, ам довец, ану ми телефоне, кари ми фос дат инкредит дела, дела молчел. Шил... А эндоус призече, зеру чинч, ой, то есть призечи 0,2. Акума Амлатен кредит в Samsung E21. Вот у меня бон ладенсу есть. А я бы не мог его взять, если бы я не заплатил весь кредит. И Люба мне сказала, что там есть на этом чеке. Там они мне выдали, значит, квитанцию. Не дату квитанция. Бону. Ше бону, если есть код фискал. Ше чини дискиди код ущала. Я рад, к ее нам ничего датория. Да ладыши мельчи татория мержапи, номеру шапти ноу шасы ноу, шасы дой ноу шасы ноу. Да, кын йо мама китат, не содат Samsung E21, а есть такая акума, Samsung A21, или салкумсту мерзь йо шаму и тадя, му айшим бон скрия. Это и есть подтверждение, что я не имею задолженности. Этот телефон мне 13 февраля, педата ди 30 февраля, у меня тону омш, не окитат тет телефон. Ши ладынсу, йо дежам контролат, ладынсу, ну, сычери ничего датория, и скриска, ну и датория. Дала Samsung E,
1200. Есть до туре один дом медицинский. Я решит 3 сути делей. Шкельмам адресатла полиция. И его трансмисла воец. Да дичила дэнш, да ну тражицла распунделя пенале. Дупа чей их отореск протекция консуматоре. Трансмитла ной, так и есть окотка астай процедура пенале, что мы держа тражим ла распунделя. Да-да. Да, есть я как ума кумини. Есть и копия аста. Яич, я мадус. Да. Да, да, знаете, как вы называете, не знаю, если вы можете вас представить, по мне Олег Адриан меня кляма, Влад, фамилия, 300 В на мини досару. Как вы называете, дом не вас, знаю, макар. Дамна Людмила, уйдите, какая проблема на мне. Я влез досару иста, дика контракту иста, дар ладынши, когда мы орбит ла 3-ти патру, ей отзыска ладынши, а рад, как ее сдатор. Да на самом деле ее у нас сдатор. Он говорит, вы не обращайте внимания. Это оно висит, но потом департамент уберет это. Да не фрик идиаму. Потому что для меня коллектор он квини. Ее платец проченти. Пенту к чвенчане. Ее пенту чвенчанем платит. Я как ума в феврале. То это остаяно. Ша акума я врал с не интуарка бани имеешь. С не платец остаяно. Ам видео. Я к одной коллег брега фильмам, что я вам трансмисс, когда я вам вам вот ком варбили он день спуник, я вам до тории 300 лей. Да дупа 300 лей чекиц, это если алтили бань, да я либо ко мне ломрит, не видно сразу, что я имею полностью такую большую задолженность, но в итоге выходит в большую сумму. Да, и здесь какого есть, а макитат у меня до сути есть из Криса, какого чего, да, Олег, пибону сначала? Ну. Найвазу, да? Ну, в общем-то, важно, если есть контракт у меня на новый телефон, это подтверждает то, что я уже заплатил ту задолженность. Да не им парика, около сигнатура требует щи, дела компания молчал. Смасим несколько, я вам адус, да, я отрескрию, я Олег Адриан Влад, вам адус копия часто. Pentru prelungirea examinării problemei mele, primernă tac. Dar și să lăs număr de telefon acolo. Dar cam când încă trebuie, cât încă trebuie să aștept să fie rezolvat întrebarea asta? A să fie repartizat el la poliție ca să tragă la procedură penală sau încă nu se știe? Ok, bine aștept, da, eu am să vin după răspuns să mă apelați, da? Bun, mulțumesc mult. Aha. Oleg. Da, eu zic cine a zis? Să lași copia bonului în cutie și ei să examineze. Și ei zice cu adevărat, o confirmat, că dacă eu am alt bon la telefon, asta confirmă. Eu n-am nicio datorie la compania Mulcel. Adică nicio datorie trecută. Dar la dânsă iese că eu am datorie trecută din 2015. Ce tocă ne zdelăt, ce tocă nicio ne zdelăt. Asta-i? Copia asta? Da. Și o zis pe dânsă să scriu, am marker, dar des să rugăm pe doamna asta, sunt de itocul. Se scriu că eu, Olegu Adrian Vlad, anexez documentul acestuia la dosarul 348V, după cerin, nu, tipa, po zaprosul bine. Protecției consumatorii și să mai scalez. Și data. Bine. Crezi că intrăm în birou acela? Da, la doamna.